Вот наши ремонтники работают. Вот разбили все сейчас. Решили показать, как у нас они будут это соединять. Трубы. Трубы новые вот такого стиля теперь используют. Для газа специально. Вот колено. А вот сама труба вот такая. В середине вроде говорят, что нержавейка. Потом сверху разогревают их и клеят вот таким этим термическим утюгом. На фетча венсимента. Вот срок годности там на эту трубу. И все, склеивает, и теперь это на все время. Фиг сдвинешь его. И сказали, что вот оттуда будет. И по нормам сказали, что надо поднимать это все хозяйство. Смотрите, какие это проходит в стене еще свет. Теперь сижу, думаю, как его к чертовой матери отсюда убрать. Вон. Это труба, куда электрические провода идут до розетки. До той. Думаю, может ее к черту урвать, эту розетку. Или как-то трубы по-другому проложить. Потому что тоже еще проблема потом будет. Это все надо менять. Теперь будет один ставить вот здесь на высоте от плиты. Раньше было вот здесь над плитой прямо такие те самые ключи. Ну, закрыл. Ну, в общем, поняли, да? Которые перекрывают. А теперь буду ставить один подальше, один тоже подальше. Сюда вот перенесут, чтобы не было над плитой. И еще нашли трубу, в которой течет вода. Так что тут такие здания разрушенные, смотрите. Видите, какой ремонтик у нас будет. Вот работники работают. О, режут трубу ключом специальным. Смотри, какой резак. А, трахисты есть только учить же, специаль. Си, репортаж. Есть только олимпиад. Олимпиад, когда алкоголь. Алкоголь там есть? Си. Спиртом чистят. Я говорю, я алкоголь паратомар, но паралимпиад. А это ты не антизунчистый, когда ты... Ты не антизунчисты русы, ты знаешь, кому говорится, что когда да алкоголь пара лимпиар альго, альгуна плакета электроника, о альго, но говорится, tomamos алкоголь и después hacemos en paqueta. Así limpiamos. Чистят спиртом и теперь буду склеивать. Такие у нас работники. Так что кто там желает поработать? На такой работе, смотрите как. Все, вот так газ делается.